Обсуждение рекомендаций прошло на 4 тематических площадках. Основные усилия участников дискуссии сегодня будут нацелены на улучшение взаимодействия с нижегородцами. Это главный приоритет, и полагаю, что сегодня мы разработаем дополнительные механизмы реализации этой задачи. Впервые Федеральный центр партии уделяет такое внимание региональным инициативам. То, что сегодня акцент перенесен именно на региональный уровень, это как раз один из инструментов не допустить разрыва между партэлитами, которые, как правило, сосредоточены в центре, и широким партийным большинством, которое сосредоточено на местах в регионах. Вот эта связь, партийная номенклатура, партийный центр, захотела сначала услышать, что думают в регионах. Вот эта связь обеспечивается подобного рода дискуссиями. Съезд партии «Единая Россия» состоится в начале декабря. Александр Шеломцев, Алексей Завулов. Время новостей.